впечатлениями вчерашней игры с Интером. То есть, что касается самой игры, то матч получился довольно-таки интересным, боевым, я бы сказал бы. Ну, как на мой взгляд, то более закономерным исходом этого матча стала бы ничья, но он победил. Один на один мяч больше. Что касается самой игры, то Интер очень понравился. Команда довольно техничная, то есть в скорости, в динамике, в движении с мячом. То есть они, скажем так, более владели инициативой, нежели Сансон. Сансон более надеялся на контратаки, две из них, которые ставили результативным. Так в целом матч получился боевой. Спасибо Интеру за игру. То есть матч получился просто замечательный, на мой взгляд. То есть, два достойных соперника встретились в последнем туре. Сыграли довольно неплохую игру, поэтому всех поздравляю с окончанием сезона. Сезон получился тоже довольно увлекательный. Поздравляю «Динамо» отрадным чемпионством, «Атлант». Немного не хватило, но второе место тоже хорошо. Ребят, всех поздравляю. В общем, всех с окончанием сезона. Надеюсь, 2013 год будет более еще интересным. Всем спасибо. Иваненко Евгений, команда «Динамо» отрадной. Игра близнеки «Динамо» отрадной проходила на Казаковине. Счет 4-0. Игра довольно-таки неплохая, хорошая, сливочная. Игра, которая решала весь чемпионат, а точнее борьбу за первое и второе места. Близнеки неплохо ее провели. Первый тайм мы сыграли 0-0, оборонялись, но в втором тайме сделанные замены сразу решили исход поединка. За приблизительно 9 минут было забито 3 мяча. После чего игра немножко успокоилась и перешла уже в такое русло созидательное. И под концовку Иваненко Евгений решил поставить окончательный итог матча и закрыть сезон для «Динамо» отрадной чемпионской точкой. Если рассказывать о «Динамо» и «Березняки», то прежде всего хочется сказать, что в этой игре явно большая мотивация была у команды «Динамо» отрадной, которая боролась и в итоге заслуженно стала чемпионом крестьянской футбольной лиги. По всей видимости, этим можно объяснить такой хороший сбор у «Динамовцев» и, в общем-то, не самый хороший сбор у «Березняков». У нас приехало всего лишь 13 человек. Игра шла с подавляющим преимуществом «Динамо» отрадного. Особенно это касается первого тайма. Хотя он и закончился со счетом 0-0, но это скорее вопрос везения и невезения, чем заслуга команды «Березняки». Во втором же тайме «Динамовцы» очень быстро открыли счет. В течение 5 минут буквально забили 3 мяча и по большому счету результат сделали. Дальше уже команды игру доигрывали, моменты были и тех, и у других, но в итоге «Динамовцы» смогли забить 4-й гол и счет матча 4-0 в пользу «Динамо». Александр Банников, организатор команды «Сия». По игре «Сия Старс» могу сказать, что перед игрой были решены все турнирные задачи, только чудо ввиду снятия очков могло лишить нас третьего места, поэтому подошли к игре без давления какого-либо результата, но в то же время была небольшая ответственность у каждого из нас по поводу игры, ввиду поражения в первом круге от команды 3-0 со счетом, поэтому хотелось немножко доказать, что это было случайностью, что все-таки не зря мы занимаем позицию выше турнирной таблицы, чем команда «Старс», поэтому каждый подошел к игре ответственно, серьезно, в целом команда сыграла позитивно, результативно, как говорится, счет на подбор. Привет, меня зовут Игорь, я из команды «Лайф». То саме нашої гри з Капраном, то ми вже знали, що у нас буде кілька гравців, яких основних гравців, які не зможуть приїхати, тому ми знали, що ми будемо з Капраном, але ми планували результати і думаю, на це вийшло. Єдине, що ми програли кінець гри, де Капран на контратаках нас просто розірвав. А так, як намагалися нести свою інтригу. Вітаю Капран з тим, що вони досягли своєї мети і залишились вищі.
Счетом